Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас новый... Ай, киса, думаю, что тут сыра? Она провела свое питье. Козюля. Новый день, новый влог. Я уже почистила картошку с морковкой. Сейчас будем нарезать. Нарезать, тереть для супа. На столе немного что-то опять... Вроде еще ничего с утра не делала, уже что-то... Весь стол полный. Суп хочу сварить. Не знаю пока какой. Сейчас еще подумаем. Пока поставила мясо варить. Детки у меня еще спят. Света сегодня у меня... Я ее разбудила. И ушла в огород. Я и не смотрю, что она не уехала. Ладно, мне учитель позвонила. Говорит, Анастасия Александровна, где, говорит, у вас Света? Я говорю, я ее будила. Пошла смотреть, а она у меня... Оказывается, спит дальше. Не уехала на площадку. Ладно. Уехала через полчаса. Получается, я ее повторно разбудила. Уехала. Ребятки остальные у меня еще спят. Ну, а я супик решила сварить, пока они спят. Суп сварю. Да сейчас салат хочу сделать из свежей капусты. Тут немножко есть капуста, есть огурчики. Сейчас что-нибудь сделаем, короче говоря. Додумала еще. Хотела салат сегодня сделать, но что-то не знаю. И селедку под шубой хотела сделать, но что-то я уже не хочу ее делать. Так муторно. Свеклу с чесноком сделаю. Вот сейчас кушать сварю, потом пароварку достану, поставлю свеклу варить в пароварку. Так быстрее получится. И времени не надо будет смотреть за плиткой. А сама сварится, выключится. Удобно будет. Напишите, что вы будете готовить обязательно. Ну, а я продолжу готовлю. Готовить через минуту, к вам вернусь, через секунду даже. Так, ребятки, приготовила салат из капусты, огурца, морковки, лука. Наложила уже мужу, он на обед уже пришел. Хотя время еще даже 11 нету. Ну вот он сегодня пораньше пришел, говорит, потому что потом, говорит, некогда будет обедать. Так, ладно. А я дальше варю суп. Так, делаю уже зажарочку. Сегодня суп у меня будет с чечевицей. Напишите, что вы из чечевицы готовите. У меня вот эта вот, которая... Пришла чечевица, вот я ее сегодня испробовала. Первый раз варю из такой суп. Вот она внутри такая. Ну, в принципе, смотрю, как бы вроде ничего. С курицей. Знаете, как наподобие горохового вот такого что-то супа получается. Я еще хотя немножко сюда риса добавила, что я не знаю, сколько ложить надо ее чечевицы. А вы напишите обязательно, что вы готовите из чечевицы. Может, какой-нибудь рецепт для себя найду. Хотя в интернете тоже много, но просто некогда пока за компьютером сидеть. И достала свинину. Хочу сегодня плов сделать из риса, который мне тоже вот пришел, который я заказывала. Какой-то узбекский или какой там рис. Приготовим плов. Ну или что получится. Я продолжаю потихоньку готовить. Детки еще все спят, кроме Марины. Марина встала, остальные спят еще. Ну, у меня как бы всегда сейчас каникулы, лето. Пусть спят все на здоровье. Пусть отсыпаются. Ладно, я продолжаю готовить. Сходила я в магазин. Я, по идее, пошла мне на облакате на автобус денежку дать, а у меня последние 500 рублей было неразмененные. И пришлось идти в магазин, чтобы молока дочу купить и Кате 50 рублей на дорогу дать. В целом, взяла огурцы, Маш, на улицу в холодильник вынеси, пожалуйста, положи. Взяла майонез. Сегодня сделала майонез из свежих яиц. Оно у меня вода водой получилось. Я не знаю, что, в чем причина. Один кабачок взяла, это мне надо для одного дела. А, потом 2 литра молочка. Ванюша тут у меня стоит, мешается. И вилочек свежей капусты. И сходила на почту, забрала... Посылки китайские. У нас еще с того года некоторые посылочки идут, и вот все еще дойти не могут. Сейчас откроем, посмотрим. Но я так поняла, тут несколько посылочек. Так.
Раз посылочка, два посылочка, три посылочка. Давай, Маша, я буду открывать. Я уже открыла. Ты уже открыла, только ты плохо открываешь. Сейчас посмотрим, что там. Так, о, здесь ремни пришли. Света, которые я тебе говорила. Сейчас я покажу, в чем прикол этих ремней. Увидала на ютубе. Не надо спереди застегивать. Там просто вот такой вот ремешок, видите? Он резинкой. Он просто по бокам защелкивается. И получается, спереди не надо застегивать. Я вот такой вот один заказала и один полосатый. Нас это опробуй, потом скажешь, что там. Так, это пустая. Так, это канифоль для поделок. Вот такая вот. А это не канифоль, это резинка. Просто я думала канифоль. Не, ну это неинтересно. Это обычная резинка, неинтересно. А это кисточки для маникюра. Делать маникюр мы заказываем. Все, Маша, все посылки, да, все. Молодец. Вот это вот канифоль, это с того года я ждала. Пришла. Это уже в этом году заказывали. Света! А, Василиса, я тебя сейчас убью. О, сейчас посмотрим. А тут, смотрите, ребята, тут как-то бы так показать. Вот такие вот разные, видите, кисточки. Я постараюсь вот так вот показать. На. Все, вот такие вот в целом покупки и посылки. Кого тебе ням-няма дать тебе? Там? Там ничего такого нет. Вон печенек у вас тут целая куча. Вам что еще надо? Ваня что-то еще хотел. Ладно, кофе попью. Ай, какие мы с Машей молодцы. Парник пропололи, пускай пока открытый будет. Унеси, Маш, лопатку туда, где обувница у нас в коридоре, туда положи. Также сделали мы парник. Все, ой, стаканчик не убрала. Все хорошо, вроде бы стакан забыла убрать. Дай бог, чтобы что-то росло теперь. Тут еще проклевываются семена, посмотрим, может еще потом где-то досадим. Ой. Морковку я добила, дополола. Осталось мне вот эти вот грядки еще прополоть и все, по сути. Сейчас под руки мыть и надо что-то готовить опять. Вот эту вот свеклу тут, видите, начала полоть. Дальше вот надо еще полоть. Ну, тут она быстро полится, ее легко полоть. Сегодня уже устали, сил никаких нету. Тут у меня стульчик специально для прополки. Ванечка тут играет. Да, нарисовал, молодец. Сейчас покажу, что у меня с морковкой. Все, морковку я всю добила, всю прополола. Ее, конечно, мало вышло. Ну, считайте, в рядочке где-то вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, вот. Где как, где густо, а где пусто. Ну, в целом, пропололи всю. Ничего сегодня не снимала, просто целый день пололи. Ой, присесть. Да. Вообще, ребят, сегодня ничего не снимала. Просто вот целый день полем. Что-то убираем, делаем. Потихонечку, понемножечку, вот так вот. Есть силы, идешь, что-то делаешь. Нет сил, сидишь дальше. Отдохнешь и дальше работаешь. Я лохматая, да? Да я еще и грязная, ребят. У меня все руки как не знаю, что. Машенькин спрей нынче подруга дала брызгать ей. Я сама стараюсь не брызгаться, а ей она брызгает. Все руки, садовода руки. Фух. Ай да мы молодцы. Еще немножко осталось пополоть. Один парник с помидорами вроде недавно выпалывали. А смотришь, опять уже весь зарос. Опять уже надо его полоть. Подвязывать надо уже. Опять заново. Уже один раз подвязывала. Смотрю, надо еще подвязывать. Напишите, чем можно удобрить морковку. Вот сейчас. Чем можно удобрить ее. Я даже не знаю уже. Ладно, пошла я руки мыть. Да на уже что-то думать, приготовить еще. Дорогие друзья, у нас вечер. Мы помылись уже в бане. У нас проблема с печкой. В печке дыра прогорела. И теперь нам на или же новую покупать, а новая 1030 стоит. Это нам просто... Тихо, Ваня!
это нереально просто для нашей семьи, или же как-то чинить. Но у меня у подруги муж позвонил, это говорит, я приду посмотрю, может, сможем починить ее. Этот Ваня неугомонный. Я набираю воду, потому что у нас завтра на весь день отключат воду. И у нас на улице сверкает, громыхает, льет. Погода, короче, оттас. Мы сегодня молодцы, много грядок пропололи. Там нам еще осталось 3 грядки прополоть. И все остальное мы все пропололи. С Машенькой вдвоем. Маша молодец, а Катя нехорошая. Да, Катя? Катя тут просто сидит. Вместе со Светой. Они не хотят помогать маме. Положи Оксане на телефон на место. А в лоб получить не хочешь? Ладно, дорогие друзья, вот такой вот день. Пишите комментарии. Напишите, кстати, чем вы удобряете морковку, свеклу и всякое такое будет. Только не в комментариях, а мне в личку напишите, что можно купить, чтобы сейчас удобрить немножко. Всем говорю, пока-пока.